Сегодня все пассажиры троллейбуса номер 8 смогут ощутить настоящую атмосферу праздника. Женщинам будут дарить цветы и организуют для них бесплатный проезд. Улыбки, весеннее настроение и теплые слова. В преддверии Международного женского дня сотрудники ТТУ радуют самарских девушек цветами и романтической музыкой. Главным виновницам торжества дарят тюльпаны прямо в салоне троллейбуса. Плюс к этому бесплатный проезд. Для того, чтобы поднять настроение, подарить какую-то вот солнечную улыбку, тепло, веселье, мы приготовили троллейбус 8-го маршрута. В нем букеты тюльпанчиков, которые мы хотим вручить всем нашим прекрасным пассажиркам. За музыкальную составляющую отвечает саксофонист Максим Кузнецов. Большим удовольствием буду радовать прекрасных дам с этим замечательным праздником, дарить им улыбки, радость, даже тем, кто очень хмурной заходит сюда. Я надеюсь, что настроение у них поднимется и, в принципе, этот праздник не оставит никого из них равнодушным. Самарские девушки буквально растаяли от сюрприза. Признаются, не ожидали, что их начнут поздравлять так рано. На самом деле неожиданно очень. То есть я на самом деле не рассчитывала, что 6 марта это все будет происходить. Приятно очень. Мне очень приятно то, что произошло так, что поднялось настроение в любом случае. Поднимал настроение самарским женщинам и мой коллега Сергей Кизоркин. С радостью передаю ему слово. Сегодня самарские женщины могут проехать на 34-м автобусе совершенно бесплатно. Кроме этого, кондуктор им подарит цветы. Это подарок от автотранспортного предприятия в канун Международного женского дня 8 марта. Милые дамы, с 8 марта вас проезд бесплатный. Здоровья вам, уюта, тепла. Праздничный автобус номер 34 курсирует на линии 1. Его можно узнать по воздушным шарикам в салоне пассажира. Такого внимания в восторге как женщины, так и мужчины. Напоминание неплохое, что надо сходить в магазин, надо купить подарочек и обязательно преподнести его своим дорогим женщинам, девушкам. Всем женщинам России и Земли желаю мирного неба, женского счастья, удачи во всем и всего самого лучшего. Без цветов не остались и сотрудницы предприятия перевозчика. Начальство поздравило их тоже с наступающим 8 марта. В менталитете, в характере наших женщин заложено достижение успеха. И этим примером являются наши сотрудницы. От рядового вахтера до высокого уровня заместителя-руководителя. Пожелаем им сегодня добра, весеннего настроения на каждый день. А праздничный муниципальный 34-й автобус курсировал по городу целый день, даря отличное настроение жителям Самары. Сергей Кизоркин, Анатолий Головко, Николай Епифанов, Максим Гусев. События.